Патрульные полицейские находились в пункте полиции на площади Ленина, когда заметили через окно, что неизвестные мужчины из баллончика наносят надписи на внешней стороне здания. Полицейские незамедлительно вышли на улицу и задержали нарушителей, когда один из них начал наносить аналогичную надпись на стене стоящего рядом цветочного магазина. А для чего вы нарисовали эти буквы? Настроение такое было. Сотрудники полиции установили, что к повреждению имущества причастны 30-летний житель Московской области и 30-летний рязанец. Гость из столичного региона ранее был трижды судим, в том числе за вандализм и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Рязанцы ранее осудили за хулиганство. Медицинским исследованием установлено, что нарушители были в состоянии алкогольного опьянения. На злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это мелкое хулиганство. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. До принятия решения о мере наказания в отношении нарушителей они помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц отдела МВД России по Советскому району города Рязани. Олеся Котровская, телекомпания «Город».